Привет, зрители! Ставим лайки и поехали! Во всем мире люди по разным причинам оставляют животных на улице, и это не считается большой проблемой, хотя бездомные животные очень страдают, над ними часто просто издеваются. К счастью, есть страны, которые принимают действенные меры для борьбы с этим злом. Они предлагают животным достойную жизнь без всяких страданий. Нидерланды могут похвастаться абсолютным отсутствием бродячих животных. Чтобы достигнуть этого, они не уничтожали животных. Этот результат может быть хорошим примером для всего человечества, и при желании его можно достичь. Вот как они достигли этой великолепной победы. Одна из наиболее важных причин отсутствия бродячих животных – одинаковое отношение к домашним животным и животным, у которых нет дома. Люди считают плохое обращение с животными преступлением. В Нидерландах, а также в Англии, домашние животные имеют такие же права, как и люди. Это означает, что если семья решает взять питомца, то он становится членом семьи и к нему относятся как к ребенку. Из этого видно, что права животных являются основными правами, как и права людей в этих странах. Эта правовая база позволила Нидерландам быть одной из самых почитаемых стран за свое отношение ко всем животным. Наиболее важным является закон о здоровье, согласно которому тем, кто плохо обращается с животными, грозит штраф в размере 17 тысяч евро и лишение свободы на 3 года без внесения залога. Правительством были проведены профилактические кампании с обязательной массовой стерилизацией попадающих на улицу животных для предотвращения нежелательного размножения. Очевидно, что практика оставления животных на улице еще окончательно не ликвидирована, но ситуация управляема и каждое животное находится под контролем. Этих животных предлагают людям или помещают в специальные приюты. И все же Нидерланды достигли цели, чтобы все животные жили с достоинством. Этому способствовали 4 основных изменения. Первое. Права животных. Второе. Высокие налоги на домашних животных и, как следствие, взвешенный подход к тому, чтобы их заводить. Третье. Строгие и суровые наказания за плохое отношение к животным. Четвертое. Массовая стерилизация животных в обязательном порядке. Не будьте равнодушными к животным. Не оставляйте питомцев на улице. Им тоже нужен дом и любящая семья. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно», странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.